Энджела, подожди, надо поговорить. Я уже сказала все, что хотела, Тед. Может, и сказала, но позволь мне. Доброе утро, сынок. Ты готова, Энджела? Мне нужно еще кое-что собрать. Ладно. Вы уезжаете? Отвезу Энджелу домой. Ступай. Хорошо. Ты такой беззаботный. Ни капли не расстроился. А есть повод? Мама вчера вышла замуж, по-моему, да? Она ведь сама так решила. Этот Кен Мэттис — утешительный приз, с моей точки зрения. Но ее вполне устраивает. Смирился. Это так по-мужски. А что прикажешь делать? Скрипеть зубами? Сетовать богам? Не дождешься. Жизнь продолжается. И это хорошо. Правда? Утром было совещание, отец, а ты не пришел. Я звонил домой, и Роза сказала, ты еще спишь. Я, конечно, не врач, но точно знаю одно. Позднее пробуждение, как и другие нарушения сна, неизбежно ведут к депрессии. Что? Депрессия? Сынок, ты заблуждаешься. Я проспал, потому что уснул под утро. Мы с Энджелой провели сказочную ночь. Нет. Папа с Энджелой? Джоди, это Майка. Перезвони мне в больницу. Это срочно. Если в ближайшее время не будет звонка, я приеду сам. Так или иначе, но мы поговорим. Самая несносная женщина, с которой я имел несчастье повстречаться. Почему она так внезапно сбежала? Здравствуйте, это Майка Д'Анджелис. Мне звонят. Благодарю. Маккейб слушает. Маккейб? Говорит Майка Д'Анджелис. Да, спасибо, что быстро перезвонили. Что вам угодно? В вашей больнице можно провести анализ ДНК? Да. Вы сможете этим лично заняться? Да, вполне. Отлично. Мы с Ризом Уокером привезем материал примерно через полчаса. Агент Маккейб, это связано с убийством Фрэнка Гудмана? Буду признателен, если все будет уже готово. Результат нужен как можно скорее. Здравствуй. Привет. Как же долго я проспала. Это все целебные травы. Тебе получше? Надо бы спросить об этом Уоррена. Напали ведь на него. Как он? В полном порядке. Где он? Ушел. Ушел? Куда же? Не сказал. Догадываюсь. Подальше отсюда. И я его в этом не виню. Уоррен не держит на тебя зла. Он понимает причину случившегося. Дело не в нем. Даже я этого не понимаю. Черт, это ужасно. Я не могу объяснить и не контролирую свои поступки. Сколько это продлится? Когда все вернется, как было? Вернется. В свое время. Да нет времени, надо действовать. Как же гипнотерапия? Гипнотерапия не панацея, я уже объяснял. Она не даст тебе всех ответов. Подсознание обретет целостность, когда будет готово к этому. Ты мне доверяешь? Да. Руки опускаются. Понимаю. Эй! Извините, если помешал.
Нет-нет, мы как раз говорили о тебе. То-то у меня уши горели. Привет. Привет. Что ж, пообщайтесь. А я займусь делами. Если тебя беспокоит вчерашнее... Нет. Пожалуйста, помолчи. Я хочу, чтобы ты ушел. Выйди за дверь и не возвращайся. Джоди, ты дома? Это Майка. Перезвони мне в больницу срочно. Если в ближайшее время не будет звонка, я приеду сам. Так или иначе, но мы поговорим. Ну и скорость. Ты была взволнована? Да, извини, что заставила тебя тащиться в такую даль. Я бы сама приехала, но не хочу нарываться. Твоим неприятно видеть меня и Коннора? Не напоминай. Я так ничего и не поняла. Объяснить? Мне-то все предельно ясно. Коннор хочет повесить убийство Фрэнка на любого члена моей семьи. А ты ему помогаешь. Уходи, Уоррен. У нас не может быть ничего общего после вчерашнего. Раз я могу ранить тебя, любимого человека, то неизвестно, на что я еще способна. Просто... развернись и беги без оглядки. По-твоему, это возможно? Хватит спасать меня. Займись собой. Ты мне не угроза. Я ударила тебя ножницами. Могла убить. Не убила же. Но могла. И я скажу, и любой скажет, что это угроза. Биджей. Биджей. Смотрю я в эти сияющие, смелые глаза. От них исходит уверенность. И я забываю, какая борьба в тебе кипит. Ты пережила то, что не дай бог пережить никому. Ты в растрепанных чувствах, и они проявляют себя, каждое по-своему. И с каждым прожитым днем только закаляют тебя. Но все наладится, я это знаю. Нет, мне хуже. Терапия не помогает. Иногда надо вскрыть старые раны, чтобы они правильно затянулись. Это долгий, очень долгий процесс. Если кто и виноват, то я. Ведь это я захотел близости. А ты была не готова, мне следовало понять. Это самое ужасное. Я думала, что готова. Я желала тебя. И думала, что иначе просто умру. Сцена из плохого фильма. Я вижу, как закрываю глаза. Целую тебя. Это прекрасно. Эмоционально. Романтично. Звучит странная музыка, и я вижу, как хватаю ножницы и кидаюсь на тебя. Что же сидит внутри меня и толкает на такую неоправданную жестокость к тебе? Ну, что бы это ни было, меня не испугать. Поскольку, объединившись, мы победим. Ставлю что угодно. Я признался в любви к тебе.
И это не изменилось. У тебя большая проблема. Ты от меня не избавишься. Что сказал Майка? Он все устроит. Он сам проведет тест? Ты ведь этого хотел? Да, я не очень хорошо его знаю. Просто мы доверяем друг другу благодаря детям. Мне как-то спокойнее знать, что это он. Понятно. Нужен материал Биджей. Раз уж ты инициировал этот тест, займись, пожалуйста. Без проблем. Так уж и без. Как, не вызвав ее подозрений? Волосы. Сгодятся волосы, если сохранены луковицы. Схожу к Скайлеру, поговорю с Биджей и порядок. А ты? Где возьмешь материал Круза и Джоди? Полицейский банк крови. Или спрошу Джоди напрямик. Неплохая мысль. Устрою допрос. Вдруг она передумала? Нет. Нет. Мне не нужно, чтобы моя жена считала, что я ей не доверяю. Плавали, знаем. Мне все равно, анализ нужен тебе. Вот и решай. Еще совсем не поздно дать задний ход. Если сомневаешься. Чего ты боишься, Маккейб? Что твоя скороспелая теория заговора затрещит по швам? После анализа ты оставишь мою семью в покое. Я, должно быть, ослышалась. Ты что, обвиняешь меня в сговоре с Маккейбом? Станешь отрицать? Я не понимаю, что именно. Видишь ли, к Коннору в руки попало одно письмо. То, что Фрэнк заставил Круза написать, то, где Круз признается, что Биджей его дочь. Так вот, оно попало в его ручонки из-за твоей беспечности. Боже мой, как можно быть такой дурой и не следить за вещами? По-твоему, я не только предательница, но еще и дура? Понимаю, ты расстроена. Да, еще как. Но это не дает тебе права оскорблять меня. В одном ты права. У меня не было причин хранить то письмо. Это не какой-то ценный сувенир. Оно лежало в бумагах Круза. Зная я о нем, уж точно выбросила бы, чтобы оно не попало к Маккейбу. Как видишь, попало. Твои надежды пошли прахом. Для Коннора Маккейба это письмо как манна небесная. Он будет преследовать мою дочь. Из-за тебя моя семья снова в опасности. Прекрати! Не смей! Слышишь, не смей строить из себя святую невинность! Твоя семья и мы с Крузом не страдали бы, если бы ты 20 лет назад думала о ком-то, кроме себя. Хочешь обвинить кого-то в этом кошмаре? В зеркало посмотри. Не поверишь, я хохотал. София, твоя мама, любовь всей моей жизни, обменивалась клятвами с другим мужчиной. А я был на концерте двойника Майкла Джексона и наслаждался. Чудесный вечер. Похоже на то. Значит, Энджела запала тебе в душу. Она привлекательна, многие так считают. Но в этом плане, можно сказать, она раскрылась недавно. В каком таком плане? Ты о чем? Сынок, скромность тебе не к лицу. Сегодня мы с ней тоже пойдем. Нет, 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 это скверная затея. Почему? Почему скверная? Потому... Это ведь ошибка. В смысле, ты все еще любишь маму. Твоя связь с Энджелой — лишь реакция на мамин брак. Ты же это понимаешь. Раньше я бы полностью согласился с тобой, сынок. Но твоя мама хочет изменений. Пусть так и будет. Ладно.
А ты подумал об Энджеле, а? Сейчас у нее в голове такая каша, и тебе должно быть стыдно. Стыдно за наши с ней встречи? О чем ты? Да, да, стыдно, потому что она уязвима. После всего, что она пережила, пойми же, отец. Ты все испортишь, и ради чего? А? Рано или поздно вы с мамой снова сойдетесь. Боюсь, на сей раз нет, сынок. Твоя мама выбрала свой жизненный путь. Пора бы и мне. Вы не видели Розу? Я просила ее кое-что погладить. Я спрошу у нее. Нет, я сама, только покажи, где ее найти. Сделай перерыв, ты с утра на ногах. Расслабься, сядь, поговори с Тедом. Расскажи о Лайзе Минелли. Такая хохма. Лайза Минелли? Майкл Джексон? Что за чертовщина, Энджела? А? Зачем ты здесь? А в чем дело? Ты опутала отца своей паутиной. Тебе так кажется? Нет, я знаю, о чем говорю. Сам еле выпутался. Отступись. Боже, Энджела, если ты хочешь поквитаться со мной, не стоит оно того. Ну и раздутое же у тебя самомнение, Тед. Это твой мир, а мы жалкие его обитатели. Прости, но он не вертится вокруг тебя. Я не это хотел сказать. Если честно, мне нужен зрелый компаньон для разнообразия. Кто-то, с кем можно поговорить. Я не хочу тебя обидеть. Ты очень страстный. Нельзя это отрицать. Но после тебя остается неприятный осадок. Раньше ты что-то не жаловалась. Опять. Надоело все время на вас натыкаться. Не буду мешать. Приятно тебя видеть. Любуйся. Я уезжаю из города. Значит, по-твоему, во всем виновата я? Конечно. Ты хотела любой ценой заполучить желаемого Риза Уокера. А ты подумала о том, как это скажется на других? О последствиях своих поступков думала? Скажи ты с самого начала Ризу и Крузу, всего этого удалось бы избежать. У меня не было выбора. Риз не вынес бы правды. Какая же ты эгоистка. Как ты можешь судить об этом? Риз мужчина, и был им 20 лет назад. Ты скрыла от него правду и сделала это из эгоистических соображений. Ты меня совсем не знаешь. Можно подумать, ты никогда не ошибалась, оказавшись на распутье. Я сделала это не ради себя. Я любила мужа. И пыталась защитить его от невыразимой боли. И я хотела спасти не свой брак, а сердце Риза. А как же сердце Круза? А мое сердце? А Биджей? Она хотя бы знает, кто она такая. Это неправда. Я давно хотела сказать, меня тошнит от твоей тайны. Я устала хранить ее. И какой смысл? Круза ведь нет. Почему я должна покорно наблюдать, как люди страдают от того, что ты считаешь правильным? Ты хочешь добить Риза? Ты этого хочешь? Как только правда выйдет наружу, она его уничтожит. Не говоря уже о том, что она уничтожит и тебя. Биджей вправе знать, кто ее отец. И Риз тоже. Ладно, хватит все вокруг да около. Что ты намерена делать? Все им рассказать?
Ты и правда любишь меня, несмотря ни на что. Я не разбрасываюсь этим словом. Но я люблю тебя. Очень. Биджей, к тебе особенный гость. Как моя ненаглядная дочь? Все лучше и лучше. Выкроешь пару минуток для отца? Конечно. Пойдем в сад. Ты выглядишь счастливой. Стараюсь. Уоррен помогает. Я заметил. Но вы же не спешите, да? Только потому, что так надо. Предстоит еще многое преодолеть. Естественно, родная. Больше всего на свете я жалею, что не уберег тебя. Я знаю. Но, как говорится, что нас не убивает, делает сильнее. Дочь моя не робкого десятка. Да, ведь я дочь своего отца. Знаешь, как я тебя люблю? И я тебя, папа. Не знаю, что со мной случилось бы, если бы дома меня не ждали твои крепкие объятия. Что? Ты чем-то встревожен. Сильнее, чем когда ушел. Что-то произошло? Все-то ты знаешь. Тебе бы в психиатры. Может, поведаешь? Утром состоялись два неприятных разговора. Один с отцом Биджей, второй... с Коннором Маккейбом. Он расследует убийство Фрэнка Гудмана. Мы знакомы. Очаровашка, да? Кажется, он подозревает Биджей. Биджей? Не понимаю, Круз Кастильо во всем сознался. С чего Маккейб охотится за ней? Да какая разница? Проблема в том, что очень скоро он докопается до правды. Уоррен, вот это уже плохо. Это может пагубно отразиться на выздоровлении Биджей. Поняв, что она подавляет воспоминания об убийстве, такой удар может оказаться ей не по силам. Уоррен, исход может быть роковым. Этого нельзя допустить. Нельзя. И что именно ты предлагаешь? Ну? Если хочешь разрушить мой мир, будь любезна хотя бы предупредить. Я не стану этого делать. Спасибо. А Маккейб? Даже если он покажет Ризу письмо? Риз знает, что Круза заставили его написать. Келли, прости. Прости, что сорвалась на тебе. Я не предательница. Но я так зла. Знаю. Так зла. Иди ко мне. Какая-то ерунда. Не знаю, почему я чувствую привязанность к тебе. Мы как сестры. Наверное.
Ссоримся точно, как мы с Иден. Боже, у меня... Мне еще... Надо рассказать что-то про Маккейба. Господи, Келли, даже не знаю. Может, не стоит? Стоит? Да. Он нашел пуговицу с платья, которое сжег Круз. Знаю, он меня о нем спрашивал. Сейчас. Круз сжег платье, поскольку на нем были остатки пороха. Не понимаю. Ты не все знаешь. Маккейбу известно, что Круз уничтожил платье как улику. Он считает, что это было сделано, чтобы скрыть преступника. И он прав. Хочешь сказать, ты знаешь, кто убил Фрэнка? Чье это платье, Келли? Биджей. Оно было на ней в ночь убийства. Чувствую себя скотиной. Как леденец у ребенка украл. Образцы крови Круза и Джоди доставят в больницу. Скорее будешь развязаться. Стой. Я уже говорил тебе. Ты вовсе не обязан. Да нет, обязан. А если совпадение? Ты к этому готов? Я все решил и не дам задний ход. Цель анализа — стереть надменность с твоего лица. И раз и навсегда покончить со слухами по поводу происхождения Биджей. Слушай, у меня уже нюх на такие дела. Признание Кастильо липа. Возможно, ты прав. Может, Круз кого-то и покрывает, но точно не мою дочь. Дочь? Откуда такая уверенность? Откуда? Моя жена и Круз подтвердили это. Ты опытный коп, привык решать сложные задачи. Почему предпочитаешь не замечать причин для сомнений? Однажды уже усомнился. Больше этого не сделаю. Уокер, скажи только слово, и мы все забудем. Но выйдя отсюда... Есть мысль получше. Отнеси-ка ты сам и подумай. А когда я вернусь, сообщишь свое решение. Уезжаешь насовсем? Не может быть. Увидишь. И куда же? Сент-Луис. Там у меня живет добрый друг, у которого я временно погощу. Неужели ты вернешься к Дэшу? Тебе-то какая разница? Большая, ты мне дорога. Прошу, обдумай все хорошенько, прежде чем принять решение. Пожалуйста. А запел-то. Не беспокойся. И я не ты. Видимо, да. Даже не знаю, что сказать. Да. Ну что уж тут скажешь. Несмотря ни на что, я тебя люблю. Ради бога. Уши вянут. Постой. Мне страшно. Не хочется, чтобы так все кончилось. Тяжко, да? Научись с этим жить.
Все было не так уж хорошо, не так замечательно. Мы друг другу не подходили. Мы идеальная пара. Нет. А вот вы с Энджелой дело другое. Просто одного поля ягоды. Оба такие эгоисты. Вы найдете способ сделать друг друга несчастными. Жаль, что я этого не увижу. Вы хоть вместе? Нет. Почему? Она мне не нужна. Все, что у нас было, пустой звук. Как же все это печально. Ведь ради этого ты разрушил наши отношения. Нет, не отступайся от нее, пожалуйста. Чтобы хоть не зря старался. И достойно вышел из ситуации. Энджела! Энджела! Мне надо срочно с тобой поговорить. Я хочу увести Биджей. Ты слишком остро реагируешь. Никто не сможет арестовать Биджей без доказательств. Ее нужно вывести из-под удара. Ты же понимаешь, Маккейб не отступит. Он безжалостен. Ему плевать, что Биджей сейчас эмоционально уязвима и нуждается в защите. Ладно. Ты ее увезешь. И что, отправитесь в вечные бега? Мне понятен твой порыв, но твои возможности ограничены. Рано или поздно Биджей придется одолеть своих демонов. Иначе никак. Ты не сможешь уберечь ее от самой себя. Понимаю. Но я ее люблю. Ей нужно время. И я его обеспечу. Теперь все понятно. Признание Круза, его отъезд. Все, чтобы защитить Биджей. Боже, Келли, ты права, ты расплачиваешься дорогой ценой за мое решение. Ты должна меня ненавидеть. Иногда. Не хочу. Не хочу, но иногда ненавижу. Ведь из-за этого Круз уехал от меня. Ты хороший человек. Всего лишь человек, который ошибается, и ты этого не заслужила. Никто не заслужил. Итак, что делать? Слушаю. А, Майка, привет. Ты сбежала? Да, знаю, но сейчас не до этого, я не могу говорить. Джоди, тебе нужна медицинская помощь. Я же сказала, не сейчас. Скоро приедет Рис. Может, с ним тебе будет спокойнее. Боже, что с ним? Ничего страшного. Он приедет с Маккейбом. Зачем? Я общался с Коннором. Он был немногословен, но упомянул что-то про анализ ДНК. ДНК? Полицейское дело. Боже, нет. Что? Что такое? Что? Этого не может быть. Надо срочно ехать в больницу. Что?
Мне будет тебя не хватать. Я буду недалеко. Но и не близко. Поужинаем сегодня? С удовольствием. Так просто? Вчера все прошло великолепно. Я давно уже не получала такого наслаждения. И сама подумывала пригласить тебя. Эй, помощь не нужна? Все под контролем, спасибо. Что ж, мне надо позвонить. Я недолго. Еще увидимся. Конечно. Все, с меня хватит. Никуда ты с отцом не поедешь. Когда он вернется, сама ему скажешь. Образцы крови уже здесь? Да, они в лаборатории. А третий? Все здесь, сам отнесу. Ты говорил сегодня с Джоди? Да, час назад, а что? Мне надо кое-что спросить. Думаю, где она может быть. Неважно. Как угодно. Не мое это дело, но я заметил, что кровь принадлежит Джоди и Крузу. Обычная проверка, Майка. Не забивай себе голову. Просто, раз участвует МакКейб, подумал, что это имеет отношение к убийству Фрэнка Гудмана. А это мое дело. Дочь где-то скрывается, поскольку твой сын еще не оправдан. Майка, отвали, пожалуйста. Говорю тебе, Сойер здесь ни при чем. Обычная полицейская проверка? Да. У МакКейба нелепая гипотеза, которая разлетится на куски. Назови хоть одну причину не идти на ужин с твоим отцом. Ужин со мной? А Катрина одобрила? Мне не нужно ее одобрение. Она уезжает. Сочувствую. Кто-то теряет, кто-то находит. Не понимаю, почему это должно меня волновать. Сейчас напомню. Кажется, у меня развивается клаустрофобия. Подожди. Я могу смириться с наручниками. Могу смириться с твоей изменой Уоррену со мной. Но не с вашими с отцом свиданиями. За городом, когда вы занимаетесь до зари, бог знает чем. Это совершенно неприемлемо. Не стой у меня на пути. Нет, Анжела, не смей уходить. А где твой отец? Ушел, приходил проведать. Я пыталась медитировать. Скайлер, у тебя прекрасный сад, просто чудо. Рад, что он помогает обрести мир. У меня еще сеанс, после поговорим. Удачи, Уоррен. Спасибо. В чем удача? Мне подумалось, что последние месяцы выдались напряженные. И я решил... Не тяни. Возможно, тебе нужна передышка. Нам нужна передышка. Можем поехать... В Сан-Франциско. У бабушки там дом. На недельку. Хочешь взять меня с собой? Если устроит компания, то я как бы... Шутишь? С радостью! Пора бы уже закончить. Куда МакКейб провалился? Что? Прости, я наблюдал за тобой. Да уж, вижу. Просто ты на взводе. Терпеть не могу ждать. Вы с женой испытали стресс. И это может неблагоприятно сказаться на здоровье. Как самочувствие?
Все в порядке, спасибо. А Джоди? Тоже неплохо. Ну, потолкуем наедине. У меня дела. Если что, скиньте на пейджер. Спасибо. Давай сюда. Риз, нет. Что? Джо? Да что с тобой? Двадцать лет я хранила эту тайну. Не потому, что эгоистка или стыда. Потому что боялась, что муж этого не вынесет. Я не могу допустить, чтобы Риз узнал, что он не отец Биджей. Добром это не кончится. Текст читали Ирина Дружинина и Рустам Хусаинов. Русская версия сериала «Санта-Барбара» подготовлена специально для интернет-портала телесериал.ком в 2020 году.